14 января, и мы открываем сезон МТБ. Едем сегодня на Кокжалял. Арсений нас догонит, не знаю, может, еще кто подъедет. Время 10 утра, в городе было плюс 7, здесь, наверное, плюс 3. Ну, надеюсь, будет тепло, не сильно замерзнем и покатаемся с удовольствием. Посмотрим сейчас, какое покрытие там. Не спеша мы крутим вверх по казачке. Приехали чуть раньше, с нами должен был Арсений поехать, сказал, догонит. Но мы еще раньше приехали, чем планировали. Вот поэтому не торопясь поднимаемся. Покрытие вот здесь вот снег, под снегом лед. Ну, в целом нормальное, можно было до верха доехать, до шлагбаума, но что-то мы не решили. Потому что в прошлые выходные здесь машины разбивались. Ну и лишние 300 метров набора высоты нам не помешают в виде тренировочки. И вниз потом больше прокатиться можно. Вот мы не спеша за час доехали по казачке до шлагбаума. Арсения пока нету. А местами скользковато. Вверху прямо вот здесь вот этот подъем пешком шли, потому что зацепиться негде, машины раскатали, все. И, наверное, сейчас потихонечку двинем. Арсений будет догонять нас. Он-то у нас лось, быстрее доедет. Вот как я и говорил, лось Арсений нас догнал. Причем крутит. А говорят, машины не пускают, да, за шлагбаум? Пустили же меня. А, машину, да. Что-то нам, походу, надо было пораньше выехать на часок. Я, походу, сейчас буду стравливаться. Что-то, видимо, перекачанным на покрышке. Смотри, прет как танк вообще. Пешеходов разгоняет. Сигналит, фарит всем. Давай уже слази, все, не выпендривайся. Короче, настрадались мы на плитах. Я хоть и стравился, но, честно говоря, не особо помогло. Резиновый шлем эндуро. Лешка на реконах едет. Чуть завал не устроил нам. Арсений уже упырил вверх. Скорее всего, он там, наверное, подождет на верху уже. Ждать не будет здесь нас по дороге. Надеюсь, он там не замерзнет. Только камеру включил, Леха остановился. Весь подъем этот заехал. Молодец. Я здесь буквально метров 20 буксанул, уже не тронусь. Резина не позволяет. Он молодец, закатил. Ох, сейчас здесь полегче будет. Что могу сказать, зимние кожи это нифига не летние кожи. Это, считай, нагрузка на 2 умножить. Нагрузка, баланс, работа с каденсом, с плавностью хода, давление в покрышках. Забивается. Опачки. Поехали. Как спускаться вниз будем, я не знаю, потому что здесь реально, как говорил Дима Широков, все в бетон катали. Санками, баллонами, ледянками. Мы будем пробовать. Назад. Офигеть, мы что-то в капец мы заманались. Это самое тяжкое кокжеля вообще из всех историй наших кокжеля, блин. Нормально кокжеля. Да? Я не знаю, что-то у нас то буксует, то там едет, то шипы замерзнут, то еще какая-нибудь фигня. А, ну шипы замерзают, да. А я сейчас только вспомню, как мы в прошлый раз ездили, и Наташа околела там. Синяя спускалась. Я все в седле заехал. Да? Кроме подъема, где... Не знаю, ты, наверное, видел, там почти до земли и лед такой. А, ну это вот это где эти, как у корни обычно. Да. Только корни, они слева, остались, а тут да. Вот так вот прямо. Ну там, да, там вообще в лед все. Да, вот я там поскользнулся. Ну, в паре мест пришлось аргамак пропускать, и я чуть не упал в этот снег. А так в целом норм.
2,6. 2,6. А давление сколько? Я не знаю, ну вот сколько. О, давление-то вообще 1 бар меньше даже. Ну, для снега пойдет, конечно, по асфальту сейчас будет печально ехать, но... Ладно. Ладно, давай тогда, не мерзнем. Спуск будет веселый, да. Спуск, давайте. Все. Давай. Удачно спуститься, ну, там сейчас на льду внизу пока. Тоже аккуратненько. А мы там или через лес поедем, или по бровочке, я не знаю, посмотрим. Ну, вот я тоже думаю, что делать. Ну, ладно, давай. Давай. Мягенькая подвесочка, Арсения. Короче, это было самое долгое, как жалял наш. Поднимались сюда. Мы же здесь стартанули. 3 часа. Мы, получается, меньше 2 часов поднимались со шлагбаума до КЖ. И час мы поднимались по казачке. А здесь ребята, скайранеры. Туристы. Арсений замерз, поехал домой. Мы сейчас перекусим и тоже двинем. Солнышко выходит. До этого тучки были. Прохладненько стало, но зато не вспотели на подъеме. Все? Да. А? Да, на пальце. На каньоне зато перчатки с дыркой. Видно, нет. Раз, подожди, остановиться забыл. Да, нет. Да. Да, работает. Спасибо. Живой? Ударился чем-то? Ногой. Форму вообще не зафиксировали. Его закручивать надо. А, господи. Блин, стегнуться теперь не могу, а? Капец, хомут на тормозе был расслаблен у Лехи. Пока настраивал, по снегу походил, контакты забились. О, все.
правой надо было. По правой. Там же лед. Видит. Спасибо. Да, дрифт. Здрасте, здрасте. Разгон. Здрасте. Здравствуйте. Зацеп вообще жесткий. Ну, точнее, его отсутствие. Задрифтил. Дорогие телезрители, зацеп вообще никакущий, местами прям слизывает. Ну, короче, баланс тренировать само то, как будто ты по грязи, по пыли едешь, да? Даже хуже, наверное.
Фу. Все, едем дальше. Бип, 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 бип. Жал, жал. Краска, тележка. Здрасте, здрасте. Оп. Плотненько. Спасибо. Что такое вообще? Что за мототехника? В нацпарке. Оп! И в канаву. А это потому, что у тебя руля нет. Контраклон! Здесь главное не тормозить вообще. Уф! Ну, попробуем. Уа! Здравствуйте. Это что у вас, специальная зимняя шипованная? Не, летняя. Летняя? Ну? Ты что, ты нормально выживаешь там? Ну, как сказать. Ой-бай, пробка.
Здрасте. Какой-то аншлаг сегодня. Коль, привет. Ты куда снимать? Да. Прямо по следам по фрирайду можно укатить. Да. Куда-то сюда. Здесь там где-то пролезть, что ли? О! Проход. Проход, проезд. Пролаз.
Кажется, она там была, дальше еще связочка. Левее можем поехать, смотри. Офигеть, он там дропнул. Вау! Фрирайд. Так, а здесь лед местами, аккуратно. Тема. Однозначно рекомендую. Так. Здорожки. Так, где Леха там? Потерялся. Эй, вон сюда. Попробуй завернуть, если получится. Ага. Нормально так катнули. Мне даже понравилось. Подрифтить получилось прям нормально. Так, сейчас камеру посмотрю. Здесь аккуратненько. Сильно не разгоняйся. Здесь машины укатали хорошо. Он на самом верху был. Мы только на колжиря поднялись, он только там был. А, да, я ему сказал, поэтому я не знаю, как он вас догонит. Вон там, короче, да? Да, я сначала думал, что я его не увидел, и мы уже поднялись, и он идет. А, спускался? Да, только начал. А. Это было где-то... Так, мы 30 минут едем. 35 минут назад.
О, он еще час будет спускаться, да? Ну да, он час будет еще спускаться, но... Все, спасибо, благодарю. Ага. Впереди машина 200 метров. Драгоны твои, Лёха. Смотрят. Так опять эти двое едут. Здорово, Чешпан. Можно тебя погладить? Нет? Не хочешь, как хочешь. Тоже не хочешь? Какие вы вообще. Да, да, да.